Клиника ИЛВЕ, что в Ходькове, тесно сотрудничает с одной группой волонтеров-зоозащитников «Хочу домой». И сегодня на приеме как раз одна из их подопечных. Сегодня у нас на приеме собачка, приблизительный возраст 1,5 года. Собака не имеет хозяина. Ее прикармливают жители многоэтажного дома. А стерилизация гистероварэктомии мы будем проводить сейчас. Мы уже завесились, весим 25 килограмм. Сейчас будем делать премедикацию. Стерилизация под собой подразумевает удаление яичников и удаление маточных труб. История этой собаки похожа на десятки историй таких же, как она, животных. Пришла к нам в поселок еще щенком в прошлом году. Ну вот увязал за нами. Стали мы ее вроде на заправку, мы работали здесь у нас, ПИМ. Туда. Она там шибко не очень хочет. Но туда-сюда все равно. Вот машина ее зимой сшибла, около отдохнет, арии. Выходили ее. А после Нового года, 63-го, она у нас ощенилась. Ну вот так мы ее, в общем, пока с клещей лечили ее, вот так вот она у нас и кормим. Она у меня так и живет в подъезде теперь. То на заправке, то в подъезде. То ли она с дачи прибежала у нас, за речкой дачи. Там как щенком поиграет, как игрушечка маленькая, когда уже вырастает щенок, и у нас там этих вечно собака бегает. Ну вот она уезжала почему-то за нами. То ли от нас собак, потому что мы на заправке, у нас там 5 собак. Запах был сработал. И она так и пошла. Она очень умная собака. Нельзя про нее говорить. Вот у них щенки были. И вот одного мальчика хотели забрать у нее. Дважды при ней говорили, она дважды его уводила. Мы еле-еле его отдали в руки. Поначалу жильцы были недовольны, но со временем все улеглось. Сейчас все смирились. Вроде и сам кормят ее, и поят ее, все то же самое, подкармливают. Весь поселок у нас. Но все же перспектива появления на свет щенков, которым также придется искать хозяев, тревожила всех. Потому приняли решение стерилизовать Миру. Аварий-гистероктомия очень хорошо профилактирует онкологию по-женски. То есть риска возникновения каких-то кист, опухолей на молочных железах, на внутренних половых органах минимальный. И не будет щенков, нежелательных щенков не будет. Стерилизовать сук можно пожизненно. Ну, желательно в более молодом возрасте. Вот. Перед проведением операции мы провели обследование животного. Животное здорово. И сейчас мы будем... Приступаем. Клиника Элвет не в первый раз оперирует животных, находящихся под опекой группы «Хочу домой». Группа помощи животным «Хочу домой». Мы активно с ними сотрудничаем, оказываем помощь животным, да, которые курируются в этой группе. Вот, в частности, Мира тоже оттуда, из этой группы. Проводится большая работа по стерилизации, бесплатной стерилизации кошек. И очень на очень льготных условиях мы стерилизуем собак этой группы. Также проводим лечение подобранных животных, осмотр всевозможные. Ну, у нас, мы с этой группой работаем каждый день. Судя по тому, что я вижу и слышу и знаю, люди в этой группе, стоявшие, молодцы, потому что животные пристраиваются ежедневно, еженедельно. В хорошие руки отслеживаются... будущая семья, будущие владельцы питомца. То есть ведется работа, большая работа проводится. Мы только за, потому что вот это разведение беспризорных животных, и не нужно абсолютно никому вот эти бегающие потом щеночки, котятки, как их всех жалко, всем их помочь нельзя. Поэтому мы за стерилизацию. Столько хозяев не найдешь, сколько их бегает. И я думаю, что... Я надеюсь, что в ближайшем будущем уже не будет такого поголовья большого. Благодаря группе, вот они активно этим занимаются. Они находят этих животных. Они обеспечивают транспортом, доставляют их сюда. Они оплачивают это все. Вот. Ну и потом ее присматривают? Естественно, находят передержку. Частично животных у себя по домам держат. То есть работа колоссальная.
Истребить всех уличных собак невозможно и даже опасно. Они выполняют свою роль в поддержании природного баланса. Но вот сделать их численность минимальной – задача ответственных зоозащитников. И в этом врачи клиники «Элвет» готовы им помогать. Спонсор программы «Элита» – ветеринарная клиника «Элвет». Круглосуточная ветеринарная помощь с выездом на дом. Бесплатная консультация, весь спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев. «Элвет», город Хотьково, улица Седина, дом 8, телефон 543-57-46.